Небольшая рекламная пауза. К вашему вниманию представляю увлекательный и крутой канал Хэмзончик ТВ. Даже я на него подпишусь. Ребят, не проходите мимо и подписывайтесь на этот крутой канал. Ссылочки есть в описании, ну а мы продолжаем. Всем привет, Кент АПК на проводе. И прямо сегодня, ребята, в ваших кентухах вам хотел бы рассказать, что же планируют добавить и что же планируют изменить в будущих обновлениях Блокстрайка. Ребята, вся эта инфа проверена, то есть это не я сам придумал, это именно, ребят, сказали сами разработчики. Так что, пожалуйста, прямо сейчас поставьте мне большой и жирный палец вверх. Также, ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень-очень приятно. Ну что же, ребята, поехали. Самое первое и самое крутое, что будет в будущем обновлении, это, ребята, новый режим под названием теннис. Ну, я не знаю, как вам, но как минимум, это, ребята, что-то новенькое, что-то необычное, что-то неординарное. Поэтому я очень жду, и это, ребята, будет очень круто. И даже прямо сейчас вам покажу момент со стрима. То есть это, ребята, у нас стрим разработчиков. И прямо сейчас мы смотрим, как они играют в теннис. Правда, это не совсем похоже на теннис. Но, ребят, если вы не поняли, что и как, и в чем суть, я вам вкратце расскажу. Есть два человека, и у каждого человека есть бомбочки. И он просто должен этими бомбочками убить противника. Ну и, как мы видим, что-то постоянно проигрывает Раум. То есть, в принципе, ребята, все это довольно-таки неплохо работает, и, в принципе, хоть режим и простенький, но это что-то новенькое, что-то крутое, и поэтому я этот режим жду. Если вы его также ждете, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Но, это не все. Ребят, просто обычный режим это слишком мало, потому что планирую добавить еще кое-что. А именно, обновленную карту пул. И, конечно же, ваш кентуха вам тоже ее покажет. Ребят, смотрим внимательно на экран, и прямо сейчас мы видим обновленную карту пул. Ну, скажем так, поменяли, ребят, не так уж и много, но спасибо и за это, потому что раньше карта пул была довольно-таки сырая, и если вы, ребят, знаете, то карта пул это моя самая любимая карта, и я рад, что ее хоть как-то изменили. Ну, конечно, изменения, я сказал бы, не совсем уместные. Ну, то есть, ну, лично мне, я к ним отношусь так себе. Вот напишите ваше мнение в комментарии, потому что, ребят, как по мне, шезлонги можно было не добавлять, они лишние. То есть, в принципе, карта крутая, все в тему, все классно, все круто, все прикольно, но шезлонги, ребят, добавлять не надо было. Ну, это лично мое мнение. Ну что же, ребята, на этом у нас все. Кому понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайк. У меня даже Блокстрайк вылетел. Ребят, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, подписки и хорошего комментария. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем-всем пока.